Вітаю, це програма «Будь у курсі». Ми не підбиваємо підсумки тижня, не тиражуємо смажені новини. Ми говоримо про те, що у нас накипіло. І в цьому випуску. Заборона абортів у Польщі та масові протести. Реакція харківських активістів. Моє тіло! Моє тіло! Солідарність – наше оружие! Солідарність – наше оружие! Аборти в Україні – за чи проти? Опитування городян. С точки зрения закона, я думаю, что запрет подобного рода нецелесообразен. А с этической решает каждый сам самостоятельно. Яма на ямі ямою поганяє. Життя комунального дива міста. Ніхто з 70-го года не ремонтував. Тобто цієї дороги 46 лет. Пішоходи не можуть ходити. Є контакт. Харківські театрали з датськими колегами підготували виставу про переселенців. Я беру свою каску и что-то ритмичное, которое висит на бронике вот так слева. Что-то в нее так бью, как барабан. Третього жовтня у Польщі тисячі жителів протестували проти заборони абортів. За це проголосував у першому читанні парламент. Міністрайк влаштували і харківські активісти біля польського консульства. І ось як це було. Я хотіла би привлечь наше общее внимание к тому, почему мы все здесь собрались. Это непосредственно касается того законопроекта, который был принят в первом чтении в Польше. Это законопроект о жестком запрете на прерывание беременности для женщин. И мы здесь для того, чтобы солидаризоваться со всеми женщинами Польши, которые сегодня вышли на протесты. И мы хотели бы высказать свою поддержку в борьбе польским женщинам, в борьбе за их права. Дана поправка передбачає кримінальну відповідальність для людей, які намагаються зробити або вже зробили аборт, що тягне за собою покарання у вигляді ув'язнення на термін від 3 місяців до 5 років. Я вважаю жінок, вважаю себе в першу чергу, тому що вважаю, що якщо жінка буде нести 50% відповідальності, я свої 50, то ми, думаю, з дівчиною, яка у мене, ми достигнемо якогось согласия. І якщо урізати права жінки, то нічим хорошим для мужчин, в першу чергу, це, звісно, не закінчиться. Если мы запретим женщинам делать аборты, то есть брать на себя ответственность за продолжение рода, то ну, это скажется на многих вещах. Я бы хотела воспользоваться возможностью, которую дали нам наши днепропетровские сестры, и возложить символ женского тела, который использовался на акциях в Днепре и называется «Цветы демократии». Мы хотели бы, чтобы идея прав женщины и прав человека для женщины укоренилась плотно в сознании не только польских женщин, но и польских чиновников. Моё тело, моё тело, моё тело, моё тело. Солидарность – наше оружие. Солидарность – наше оружие. Солидарность – наше оружие. Польща – наш сусід. Консервативні думки популярні в нашому суспільстві. Тому кореспонденти накипіло поцікавилися, а чи потрібно в Україні заборонити аборти? Можна ли в Україні запретити аборти, як ви вважаєте? Це повний бред. А, звісно, взагалі можна би і запретити, але є такі показання медичні, коли потрібно все-таки прервати беременність. Можна ли в Україні запретити аборти, як ви вважаєте? Та нет, не надо. Зачем? Почему? Пусть будут. Мне кажется, аборты нужно запретить, потому как нужно, чтобы молодое поколение все-таки подавало с колен, чтобы не было старения нации и так далее. А аборты, и лично я считаю, убийством. Нужно ли в Украине запретить аборты? Конечно. Почему? Грех большой. Как почему? Мне без разницы. Почему без разницы?
Почему без разницы? Потому что меня это ни в какой мере не касается. Я думаю, да. Почему так? Ну, это большой грех убивать детей. Это тоже живой уже человечек. Запретить? Да. Нет. Почему? Потому что это выбор лично каждого. Здесь есть две стороны медали. Этическая и правовая. С точки зрения закона, я думаю, что запрет подобного рода нецелесообразен. А с этической решает каждый сам самостоятельно. Я считаю, не нужно запрещать. Почему? Ну, потому что случаи бывают разные. Вот. Ну, или как-то более подойти к этому закону, чтобы не было прям такого кардинального запретить и все. Я считаю, надо как-то считаться и с мнением девушек. Разные случаи бывают. Бывают и роды могут быть осложненные, и все что угодно. Поэтому нельзя прям так взять и радикально все запретить. Трудно сказать, девочки, если по-женски. Как судьба поворачивает? Это ж Бог его знает. Нам-то в моем вот. А молодежь жалко. Очень тяжело с моей точки рассуждать. Во-первых, того, что я мужчина. Ну, я физиологически не могу рожать. Я не могу представить, как это матери, она решается это сделать, провести аборт. Это очень сложно для меня. Аборт – это неотъемлемое право женщины, она должна решать. Тем более, что есть различные обстоятельства, такие как медицинские, это может быть психологически для человека, ну, не вовремя просто. Ну, и плюс, как результаты изнасилования или еще другие негативные обстоятельства. Эта тема у нас много обсуждалась на занятиях по философии, например. Разделялись, конечно, мнения. Были ребята, которые такие глубоко верующие, религиозные, говорили, мол, ни искусственного оплодотворения не должно быть, ни абортов не должно быть, типа воля Божья. Ну, мы как юристы считаем, что как закон написан, так и есть. Собственно, мы это поддерживаем. Мне все равно, я старый уже, я пенсионер. Ну, а как считаете? Нет, нельзя ни в коем случае, это выбор просто человека. Нужно ли в Украине запретить аборты? Чего? Запретить аборты. О, Господи, нечего вам больше снимать. Жінка наприкінці сказала: «Знімати вам нема чого». Ну чому ж, нам завжди є що знімати? Як вам така історія? Нові дороги сусідять, як то кажуть, з напрямками, а не з дорогами. Що про це думають місцеві жителі? Що відповідає у запитах міська адміністрація? В 11-му году построили очень хорошую большую стоянку, но большая проблема заехать на эту стоянку и выехать с этой стоянки. Потому что асфальт разбит до такой степени, что машины скребут днищами. Вот этот кусок дороги нашего дома не то 70-го года не ремонтировал. То есть этой дороге 46 лет. Пешеходы не могут ходить, потому что у нас тут тротуары не предусмотрены. Когда идут дожди, у нас совершенно пройти невозможно. Поэтому мы обращаемся за помощью. Самая плохая дорога, да, во всех пятикатках. Да, самая плохая – это на Горкуши 3. Машины эти без конца туда-сюда, туда-сюда. Когда едет машина, когда от бордюра до бордюра вода, вот так. Мы не можем выйти на улицу. Горкуши 3, там заасфальтировали, все нормально. Спустя 3 года. При ремонте теплотрассы от дома разрыли, забросали там чем-то, и все. Писала запрос уже с фотографиями. Получила такой ответ. Запрос был на имя Кернеса. Асфальтобетонное покрытие внутриквартальной дороги находится в неудовлетворительном состоянии. Для решения вопроса по существу необходимо строительство новой внутриквартальной дороги с обустройством тротуара для безопасного движения пешеходов. Год тому назад было признано неудовлетворительным состоянием. Прошел год, состояние дорог стало, естественно, намного хуже. Сколько можно ждать? Очень вас просим, помогите старым людям хотя бы выходить нормально. А ось ще одне відео про комунальні будні знімала наша глядачка Вікторія Пліс.
Прямо посеред дня на Саутівці можна було безкоштовно помити автівку. Чергову акцію проводив Харківводоканал. Так нічого не видно там. Ой-ой-ой. Я хотіла помити машину. Що потрібно, щоб рани війни загоїлися? Можливо, мають пройти роки. Харківські ж театрали вже зараз за підтримкою датських колег випустили виставу під назвою «Контакт». Актори – безпосередні учасники подій в Донбасі. Як діяла вот сразу? Собака здесь. Собака. Проект, который мы сегодня хотим вам предоставить, является своего рода уникальным, потому что впервые в Украине мы хотим предложить такой вид документального театра, который называется «Свидетельский театр», где группа людей в интернете, собранные участники вот тех событий, которых мы с вами вольно-невольно оказались в течение 2 лет, сами выступают в виде авторов, артистов, композиторов, поэтов. Пожалуйста, приготовимся, давайте. 3, 4. Итак, мы начинаем. Я беру свою каску и что-то ритмичное, которое висит на бронике вот так слева. Что-то в нее так бью, как барабан. В августе 2014 года я помню, что я поехала в Крым, и я так радовалась, что я не праздную День независимости Украины. И, в общем, мы ехали с подругой на Крым, и нам попался попутчик, свидетель Иеговы. Он начал рассказывать о том, как это замечательно, дал брошюрки. Мы взяли, выслушали, вышли, когда нам нужно, пересели в новую машину. И следующий попутчик начал говорить: девчонки, вы пробовали втроем, это так классно. А мы достали брошюрки и сказали, что мы свидетели Иеговы. Через 100 метров он нас выселил. Слишком много проходит народу кармана. Слишком много работы, хотел остановиться и взять перерыв. Но мир умирать уже слишком привык. Детки катались с удовольствием. По выходным, влюбленные, по набережной, по бульвару. Я ж костюм придумал, визит, рикша, реклама. Довольные были, песенки пели по дороге. Там полный автобус мамы, детей и всех деток тошнит. Это что-то фантастическое. Я тут, если можно так сказать, многослойное удивление, потому что самое главное, что ребята смогли показать свое нутро. Это немножко, наверное, говорю на театральном языке, но действительно, они абсолютно оголили нерв. Они абсолютно оголили нерв. За это им огромное спасибо. Я только могу себе представить, насколько это тяжело, насколько каждому надо было переступить через себя, чтобы вот так вот с этим сугубо личным комком нервов выйти на публику. На одном посту здравствуйте стоял один солдат. Свой место высок хлеба, кладет он на асфальт. Проверка документов, улыбка, поиск, ад. Добро пожаловать домой, больше нельзя назад. Они топили снег, а мы морозим лед. Что для них ад, для нас это лучший самолет. Издалека, наверное, все красоте легко. Особенно тому, кто не бывал на то. Добро пожаловать домой, больше не красно. Меня зовет дорога, дорога вся в тумане. Даже если будет куда я не буду падать. Шаги к финалу я вычисляю в миллиардах тонн. Я не буду падать, вернее, не буду падать. Они говорили, как можно танцевать, когда в стране война. Как можно танцевать, когда в нашей госпитале везут раненых, убитых солдат. Как можно танцевать, когда наш город в любой момент могут оккупировать. Первое
впечатление. Горько, больно, стоит в горле ком и думаешь, что с этим делать. Мы можем только слушать и об этом рассказывать. На госадминистрации появился чужой флаг. Друзья потерялись. Этот был за Россию, этот за Украину. Мы все замкнулись. Земля уходила из-под ног. А вы знаете, как я спасался? Я шел на работу. И мы читали друг другу стихи Хармса, мы орали гражданскую оборону. Ну, настолько было здорово, вот это чувство, когда вас много, и вы за одну идею, это не передать. Меня крутило в животе, я сидел, смотрел на каждой сцене, просто потому что все очень близко, и сопереживал вот со всем этим внутренним процессом. Не успел подумать, как там Добробаты, давно не виделись. И вот выезд, совместный выезд с Азовом, к Сепарам под самый нос подъехали, отстрелялись. В общем, весело. А потом думаешь, ну да, весело, а это может быть даром? Ну, дается ж не все просто так, может, это что-то стоит? Я очень переживала, что благодаря многим репетициям, что это все замылится, что моя история уже не прозвучит так, как прежде, и как бы это все не наиграть, как оставить первобытные все вот эти человеческие чувства. И сегодня я плакала. На всех репетициях я как-то так все холодно было, а сегодня я это все, эти эмоции людей, все нахлынуло вот так, я все вспомнила, и это все так. Ребята, будьте теми, кто вы есть, и не забывайте, кто вы. Дом – это там, где хорошо в доме. Дом – это там, где хорошо спится. Дом – это там, где хорошие люди говорят тебе приятные слова. Тебе не очень приятные слова. Дома тепло, дома тепло, дома тепло. Мой дом, мой дом. Це все на сьогодні. Більше відео дивіться на нашому YouTube-каналі. І головне, майте свою думку і нічого не бійтеся. До зустрічі!